В голосовании приняло участие около 68% избирателей. И абсолютное большинство, порядка 78%, поддержало конституционные поправки. Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию. Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого. И окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России. Делают нас действительно одним народом, единым целым. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работал на участках для голосования, членам участковых комиссий, десяткам тысяч волонтеров и наблюдателей. Их число в этот раз было рекордным. 526 тысяч человек представляли 1500 общественных организаций и 18 политических партий. Голосование шло целую неделю. Явка была высокой. И в таких непростых условиях, при такой нагрузке, было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной.